Всем прием, это Боб Диаграм, и вы слушаете 7-й микрофанк подкаст. Йоу, Диаграм, скажи что-нибудь. Привет, Боб. Йоу, всем прием, у нас сегодня творческий подъем. В данном выпуске мы поиграем для вас гречневой музычки, либо гиростепа, как его еще можно назвать. Да, или гречефанк. Будет много новых треков от нас самих и, конечно же, от других крутых чуваков. Продов. Эту композицию написали такие товарищи, как Синсенс. Композиция с лейбла Символ. Как это называется? Называется он Символ 9.1. My Groove Funk Clubcast number 7. Abstract Elements in the Mix.
трека от продюсера Индиго. Трек вышел на лейбле Самурай Хора и называется он «Тезис». Гиростеп это, в общем, все это, в общем-то, гиростеп. Следующим треком идет Тюн. Композиция от Fade In Phonics в ремиксе Ом Юнита. Трек выйдет на непонятном лейбле, который называется Shifting Peaks. Кстати, Infonix в последнее время пишет довольно много всяческой электроники, от даб-техно до джука и прочее-прочее. Причем пишет качественно и интересно, за что ему громадный респект. Товарищи, не знаю, как произнести его ник. Скорее всего, Frequency. Может быть, Frequency. Скорее всего, Frequency. В общем, трек называется Marching Cube. И вышел он на лейбле Apsis. В моей кастрюле нет сосис. Я слушаю музыку от лейбла Apsis. We'll be right back.
Microfunker podcast number 7. Тюн, который сейчас играет, это товарищ по имени Нитри. Или Нитри. Трек вышел на лейбле Horizons и называется он Ментана. Узнаю, кстати, свои сэмплы в треках Нитри. Чувак нашел вполне достойное им применение. Приятно осознавать, что мои труды не потрачены зря. You are now listening to the sounds of Microfunk Podcast number 7. Например, тюн наш, то бишь от проекта Abstract Elements, выйдет летом в виде виниловой пластинки на лейбле Demand Records. Например, в общем-то, вот. Thank you.
трек от проекта Abstract Cell. Сатурн назвали моего. Сатурн назвали моего. Поведаем небольшую историю насчет этого трека. Короче, я раньше писал нейрофанк. У меня был даже ник отдельный для этого. Ник был R02L. Вначале он вообще состоял из 12 символов, просто рандомных, выбранных. А потом сократил до 4. Вот, короче, писал я такую нейруху, и что-то мы недавно наткнулись на сэмплы. Не на сэмплы, а на старые тюны. Просто как-то мне приглянулись там некоторые звучки из этих треков. Да, и мы, в общем, открыли исходники, напилили новых звуков и создали вообще что-то совсем новое. Абсолютно. Но тем не менее, у меня в шкафу печа не было. Survival, собственно, был недавно компетишн, но мы тоже не растерялись, само собой решили сделать ремикс. Вот. Само собой, ни хрена почему-то не выиграли, но тем не менее трек получился довольно крутой. Да, решили поэкспериментировать с современным звучанием, немного элементов добавили из трэпа. Свэк. И немного, естественно, кислотного баса, как без него.
Funk Podcast number 7. Довольно трушный став, очень радует музыкой. И этот трек как раз с этого лейбла, трек вот продюсера ASC, называется он «Полемик». Полемик. Бывший трек лейбла «Офшор», это наш тюн. Собственно, по кое-каким причинам он там не вышел. Да, дело в том, что Клевер приостановил пока что, может быть навсегда, может быть нет, работу лейбла «Офшор», к сожалению. Вот поэтому трек опять оказался неподписанным. Называется трек «Статки». Называется трек «Статик». «Недостатик». Но трек сам по себе прикольный, нам очень нравится, и такой минимальный кач у него своеобразный. Несмотря на то, что он довольно старый. Да. Секвенса на чуваков Flatliners и Sublime Porte или Porte. Трек называется Grizzly Hills, и вышел он неожиданно на Silk Recordings. Почувствуйте вайб горячий фанк. We'll be right back.
Abstracto Limits in the Mix. Сие творение. А сие творение — это чувак по имени Галогеникс, VIP-версия тюна под названием Рая. И выйдет этот трек, скорее всего, на том же лейбле, на котором выходил оригинал. Это Dispatch Records.
Занимайся телами, Боб и Диаграм с вами. В скором времени, так что это, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, присылайте балалайки. Microphone podcast number 7. Поэтому мы все-таки решили назвать его, как и планировали изначально. Wow, it's Microfunker podcast number 7.
танцуете, сучки. Решили провести небольшой конкурс. Тот, кто правильно угадает, на что смахивает основной сэмпл в этом треке, вот который вот прямо сейчас звучит, тот получит эпишку с лейбла «Адвокат» с нашим треком «Паранойз». Свои ответы присылайте в контакт, оставляйте их в комментариях к подкасту, какими бы они там ни были, правильные или неправильные, в любом случае присылайте, рассмотрим все варианты. Этот трек, наверное, вы все уже знаете. Это трек Троп. 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 Должен был выйти на компиляции лейбла Exit. Мозаик, часть вторая. Но Дибридж почему-то думал, что он уже выпускал этот тюн и забыл просто про него. Вот, так что, может быть, выйдет на следующей мозаике третий. Иногда вклинивался AST и подмешивал свой трекан со своего последнего релиза на Samurai Music. Вот, трек называется 909 ритм трек, по-моему, и состоит просто из ритм-секции 909-й роландовской драм-машины. Микрофон, кушка, подкаст, номер 7, чмавки. Микс от Abstract Elements подходит к концу, однако подкаст на этом не заканчивается. Еще где-то около получаса я поиграю вам музычки, менее темной, но более дипово-атмосферной. Вот, и открывает светлую сторону подкаста наше совместное творение с ООКом, как микрофон Крю. Трек, скорее всего, закончен, и, скорее всего, он будет называться Alarm Clock. То есть, если на русский перевести, будильник. Микрофон.
Следующий микровечер. Вот, так что следите за нашим сайтом, если он работает, и за нашим пабликом ВКонтакте, так как летом планируется много интересного. Thank you.
Funk Podcast number 7. White Snares, и вышел он на компиляции на лейбле Nonplus. Среди всех треков это единственный трек на 170 BPM. Скорее всего, это один из треков, который в свое время не получил релиза. Кстати, один из таких треков скоро выйдет на лейбле Exit Records на компиляции Мозаик, часть вторая. Тоже один из олдовых, но не менее крутых треков от Instrumental. Не пропустите. Number 7. Последней компиляции от лейбла Mid School Music. Это Thermal Bear, и трек называется Take Your Timing. You are now listening to the sounds of Microfunk Podcast number 7.
плавно переходим все в более человую атмосферу. Замечательный ремикс от Джейсона Восса на олдовый тюн от Icons. Трек называется Time Undefined. Выйдет в скором времени на лейбле Modern Urban Jazz. Make me feel good. Довольно необычная мелодика у этого трека, чем он мне и приметился. Это один из последних релизов лейбла Glimmerten Music. Трек от Queensway, и называется он Run. И без сопелек в подкасте. Это опять же трек с последней мисковской компиляции.
трек написал Etherwood, и называется он Unfolding. Трек посвящается всем девочкам в этой комнате. Вещица TSC, и вышла она на лейбле с самыми крутыми артворками на этой планете, по моему скромному мнению. Space Cadets. Нашего подкаста, и последним треком я оставлю один из самых теплых треков этого года, на мой взгляд. Это Stray с треком When It Rains, релиз лейбла Bloomerton Music. It's
still Microfunk Podcast, and this tune is so fucking deep. Что ж, наш подкаст постепенно подходит к своему логическому завершению. И для тех, кто еще не заснул, мы под замечательную композицию от Ом Юнита передадим приветы друзьям и всем тем, кто жаждал этого ВКонтакте. Например, Леша Сквелчем, подымайся, чувак. Он знает. Передаем до свидания, лейбл «Сектор». Герман Максимов передает привет мамке на Украину. Привет, мамке с Украины, привет. А также Music Lab FM, привет. Привет. Привет семье и друзьям от Куока. Привет минеральным водам. Например? Например, Бонакве. И Синдзуки. Частенько я попиваю из Буднища. Даем писуху Максиму Котворксу. Также всем бородатым привет передаем. Всем заросшим косматым диким аборигенам привет. Привет Дитейлу. Дописывай тюн, чувак. Лап. В смысле?
Игорь Infusion, тебе привет от Оскара. Пламенный привет. Передаем Динаме. Динамо, привет. Привет всем инспекшену от Сани. От Сани. Жаграмма. Привет Васику Бубликову от Джори Лепремова. Камон от Марка Клацки, мистеру Джи. Блин, откуда вы такие книги берете, ребят? Язык сломаешь. Респект городу мосты. Привет самому няшному космонавту. Мне что? Поздравляем с днем рождения ярого фаната микрофанка Михаила Шафира. Поздравляем с Днюхой и Настю Садыкову. Также хочу передать привет человеку-трубе Михаилу Стасюку. Шкалик, металлик, синий виталик. Очень хочется передать привет в теплый Томск. Очень хочется передать привет Роману Дакера, которого знают все районы, а также Александру Бизетто, Джону Блэку и такому замечательному человеку, как... В общем, Саша Грейдер. Привет самим нам из будущего. В общем-то, респект всем, кто поддерживает наше творчество. Не забывайте нас. Чекайте постоянно наш паблик. Постоянно только. Каждый день. И, в общем, всем писуха. Микрофон.